Всего же химию выбрали 86 ребят. Минимальный порог не смогли преодолеть 15 человек. А вот географию сдали все. Также известны результаты по литературе. Из 39 участников двое экзамен не сдали, тогда как ученики 3, 5 и 10 школ установили максимальный балл. Он равен 94. Из обязательных предметов итоги известны пока только по математике. Напомним, в этом году базу сдавали 308 человек, а профильный уровень выбрали 334 школьника. Практически все преодолели порог. Те, кто не смог, попадает на пересдачу. Она состоится 24 июня. Результаты по русскому языку ожидаются за день до выпускного бала.